Сегодня в этой... Это мама Стелла. А это Маша, мама Стелла. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот эта женщина зарабатывает на жизнь тем, что обеспечивает, продает хворост. Она ломит древесину вот так вот, и она ее продает. И у нее есть двое внуков, которых она полностью содержит, потому что, ну, родители просто не думают о них. Вот, и... А вот мы, мама Стелли. О, мы подарили ей матрас, потому что она просила, что у нее не на чем внукам спать, а мальчики маленькие. Вот, то вот так вот. А это есть вот эти парни, да? О, это есть вот эти парни. Вау! Вот эти двое красавчиков. У них есть новая кровать сегодня. Аллилуйя! Слава Иисусу!